Поездка на троллейбусе превратилась в музыкальный концерт. Вместе с кондуктором пассажиров встретил национальный ансамбль песни и танца «Кантели». Поводом для запуска необычного маршрута стало 120-летие Виктора Гудкова, основателя ансамбля и создателя «Кантели», внесшего большой вклад в развитие национальной культуры. Основатель нашего коллектива, создатель инструмента «Кантели» в таком виде, в каком он сейчас существует. К тому же он еще и композитор. Ученый, фольклорист. Народные песни, игра на кантеле и других карельских инструментов сопровождались рассказами об истории ансамбля и городского транспорта. Они звучали вместо привычных объявлений остановок. Выбор места для концерта связан с тем, что 5 сентября отмечается другая дата – 58-летие Петрозаводского троллейбуса. Поэтому организация ансамбль занимался совместно с троллейбусным управлением. Ждем мы от совместного мероприятия привлечения пассажиропотока, популяризация нашего троллейбусного транспорта. Горожане отблагодарили музыкантов улыбками. Нашлись и те, кто специально пришел послушать музыку. Анна Васильевна и Вячеслав Яковлевич заранее узнали о концерте. Случайные же слушатели будут рады снова услышать звуки музыки во время поездки. Пусть почаще, так сказать, такие номера устраивают. Может быть, еще и другие ансамбли могут принять участие в этом. Мне приятно. Данил Чиненов, Александр Борисов, Сампо ТВ 360.